она врывается, видит меня на полу. Я стараюсь отползти от входной, как бы от двери, чтобы опять не оказаться в заперти. И он говорит ей: дай маме воды. Что словно она кричит: папа, что ты сделал? Что с мамой? Почему она на полу? Ей стало плохо, она упала. Дай ей воды. Пока она идет на кухню приносить воды, он опять буквально на полу начинает меня снова душить, уже при ребенке. Она кидается, начинает его отталкивать. Но он был в состоянии аффекта, наверное, я не знаю. И на ухо только и шептал, что или ты со мной, или ты умрешь. У меня пропал страх. Я счастлива тут. Вот клянусь, как бы мне тяжело не было, мне сейчас очень тяжело. И в материальном плане, и в психологическом из-за ребенка. Но я здесь счастлива. И я не знаю, мне здесь очень хорошо. Если бы не выгоняли через 3 месяца, было бы хорошо. Ну, это самые лучшие дни мои из всей. И даже вы не можете представить. Это самые лучшие дни моей жизни.